Добрый день, магазин «Олимпия» опять продолжает радовать вас новинками от Ляли Нихара. Это фирма знаменитая «Линди Вест». Итак, наша база, которая работала в кожаном изделии, мы ее же вместе с Ляли переносим и на дубленку. Так как вот вы сказали, что это полюбившаяся база, это реально очень-очень удобные лекала. То есть вы можете не думать, что вы в автомобиле, вам будет неудобно. Здесь очень-очень даже удобно все. И эта модель, она садится на любую фигуру, на любой рост, на любой стиль. То есть здесь у нас впереди идет силка, сзади идет меховушка. Меринос идет. Меринос. Да? Но... И также этот бомбер тоже. Вы знаете, это, я думаю, что правильное решение, если кто, ну, очень много смелых наших покупателей уже заказали эту модель именно в таком варианте. И мне очень понравилась вот такая разбивка у Ляли, она делает модель более спорт, такая современная, стильная и шикарная. Еще Ляли у нас есть, она более еще... приглушенный цвет, он тоже очень красивый. Кстати, мы уже эти получали дубленки. Сейчас, Ляль, спасибо, очень приятно. И, конечно же, вот в таком более спокойном цвете. Я думаю, что они смотрятся все-все шикарно. Но и еще пятый, четвертый вариант, это идет базовый черный цвет. Вы знаете, я думаю, что эта модель абсолютно выбирать вам, но она смотрится в каждой разбивке, в каждых цветах по-разному. От спокойного до фэшн. То есть право выбора, конечно, остается за вами. Это зависит от смелости ваших и наших, да? Решений. Вот. И следующую модель мы также хотим представить. Хочу, пока Ляля у нас переодевается, показать вам качество. Вы знаете, идеальное сырье. Сколько дубленок и кожи приходило от Ляли. Вот я что хочу сказать от покупателей. Только отзывы на отлично. Это дорого стоит, кстати, это мне, правда. Это действительно так. Мне очень приятно, когда вы отправляете отзывы Олечке, а Олечка отправляет нам. Мы просто счастливы, когда вам это все нравится. И мы всегда готовы для вас сделать самое лучшее. Блядь, вот это тоже классная модель. Это новая модель. Это новая модель. Длина сколько, Ляль, здесь? Длина здесь 75. Так. Она очень такая объемная, что хочу, чтобы вы на что обратили внимание, что здесь очень глубокая пройма, то есть вы можете одевать свободные свитера, какие-то там кофты, какие-то, чтобы вам было удобно. То есть здесь очень глубокая пройма, резиночка, и также вот здесь есть такая вот кулиска, да. Вы можете ее подтянуть, и она будет под все подходить, то есть и с брюками, и с юбкой. И еще очень большой плюс, мне нравится, что Ляля никогда не экономит на сырье. Если это уже идет цельная шкура, как здесь, вы не увидите ни одной стыковки, ни резанины, длина изделия, да, то есть если даже у женщины нагрузку поднимается, то все, у нее все прикрыто. Далее, мне очень нравится с дополнительным работать материалом. Если это трикотаж, то это натуральный трикотаж, очень плотный, хороший. Если это черноборка, то она вложена по-настоящему. То есть никакой экономии со стороны производителя. Итак, на этот выпуск все, а мы идем дальше у ее мечты и семьи «Олимпия». Всего хорошего!